Сегодня утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по поручению Владимира Путина встретил в аэропорту Сочи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Сержа Саргсяна, лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главное заседание Совета глав стран-членов СНГ пройдет под председательством президента России. Планируется, что на саммите будут обсуждаться вопросы, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму.